бы загородная. Что, ну, в тот раз мы остановились на том, что сделали почти все элементы для заднего вала. Сегодня мы займемся изготовлением недостающих частей, втулок, пластин. Возможно, сделаем компоновочную прикидку всего этого на заднем валу. Для этого нам понадобится двигатель, колеса, ну и задняя часть несчастной Риги 4. Куда мы все это приложим, посмотрим, чтобы это ни во что не затирало. Разметим положение на валу. Ну и попробуем нарезать дистанционные втулки. Возможно, даже все это мы сегодня успеем. Понеслась.